шумит восточный базар и вдохновляет сладкими картинками, приторными ароматами, фруктовой свежестью. Ну а осенью любой базар, согласитесь, становится чуточку восточным или особенно восточным. Благодаря самым крупным плодовым радостям – арбузам и дыням. Здравствуйте, дорогие друзья! Сезонное утешение, желание сладкого, восточная красавица на нашем столе ныне – дыня. Готовим, рассказываем. Она и вправду с Востока. Большинство исследователей ее родины считают Малую и Среднюю Азию. Но до сих пор, кажется, не стали единодушными. Фрукт она, овощ или ягода. Однако семейство тыквенных, род огурцов диктуют подчас свои порядки. Купишь иную, независимо от сорта, она по вкусу тыкву или даже огурец нет-нет да напомнит. Впрочем, нет-нет, ключевые слова, тоже независимо от сорта. Стоит запомнить, дабы не разочаровываться. Дыня должна источать фруктовый аромат и быть довольно тяжелой для своего размера. У приличного арбуза, если помните, все наоборот. Впрочем, сколько людей, столько и способов выбора правильной дыни. Кто на сухие хвостики обращает внимание, кто на пятна и отметины. Но что до кулинарных применений, дыни не испортишь точно. Зеленый салат с пряными травами, кинза, руккола, мята в приоритете. Любой фруктовый тоже, это очевидно. Морепродуктовую композицию оттеняет вкус морепродуктов, а еще сыров типа феты или моцареллы и копченостей. Немаловажно и то, что дыни не испортишь фигуру, если это не сушеная дыня. В 100 граммах продукта 35 килокалорий, сушеные увлекаться не стоит, там уже все 350. Существуют и дынные разгрузки. Грузочные дни. Находятся способы применения дыни и в косметологии, всяческие маски и обертывания. Но самое время вернуться к нашему нынешнему рецепту. Можно было бы долго объяснять, что именно в этом сочетании полезного, но это просто очень вкусно. Салат с дыней. Куриное филе нарезать кусочками и обжарить на оливковом масле. Цукини нарезать тонкими брусочками. Присолить, удалить излишки сока, соединить с курицей и нарезанной кубиками мякотью дыни. Соль, перец, лимонный сок по вкусу, присыпать пармезаном и мятой. Приятного аппетита и интересных сезонных сочетаний, композиций, в том числе и с нашей героиней дыней. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!